Чтобы зарегистрировать выход из дома, для начала нужно скачать в Google Play или App Store приложение Stop COVID-19. Далее ввести логин и пароль, такой же, как и на госуслугах. Если у вас нет аккаунта на госуслугах, то нужно зарегистрироваться, указав номер телефона и электронную почту. После выбираем свой статус в зависимости от состояния здоровья и местонахождения. Например, если вы здоровы и находитесь на самоизоляции, нажимаем четвертую кнопку. Далее заполняем анкету, указываем фамилию, имя и отчество, пол, гражданство, адрес регистрации. Внизу этой же страницы нажимаем на значок фотоаппарата и делаем фото своего лица. Нажимаем «Далее» и заполняем данные об удостоверении личности. Это может быть российский или загранпаспорт, паспорт гражданина иностранного государства или свидетельство о рождении. Также нужно сфотографировать этот документ, а затем сделать еще одно фото уже с этим удостоверением для подтверждения личности. Причем паспорт нужно открыть на развороте с вашей фотографией. Ниже нужно ответить на вопрос о состоянии здоровья, если у вас кашель, насморк, температура, боль в мышцах. Выбираем вариант «да» или «нет». Затем знакомимся с требованиями к соблюдению мер по самоизоляции и ответственности за нарушение карантина и отправляем анкету. Проходим опрос. Вписываем в соответствующие окна результаты измерения своей температуры и пульса. После этого можно регистрировать выход из дома. Указываем причину. Поход за продуктами в магазин, выгул собаки, уход за пожилым родственником и так далее. И далее можно идти в магазин за продуктами. На странице появляется таймер и QR-код. Когда вы вернетесь из магазина, нужно будет остановить таймер.